пожалуйста, маловат в 2018 году, где их разработали? Я работала главной медицинской сестрой в Центральной клинической медико-санитарной части. Что вы хотите сказать? Моя обязанность входила организация работы нашего медицинского персонала. За соблюдение против эпидемического режима больницы и всех отделений. Контроль за учетом хранения расходных материалов, оборудования, медикаментов, повышение квалификации, составление плана повышения квалификации среднего медицинского персонала. Скажите, вам когда я кому стал известно, что вам это нравится, эпидемия из аномалии? Мне стало известно это от главного врача утром 16 марта. А вы что, назовите главного врача? Владимир Петрович Дерин. А вы что, да. 16 марта? 16 марта. Кто вам ответил? Он объяснил, что произошла такая ситуация во время операции вчера. Вам что-нибудь известно, это само, как сама операция проходила? Последующие данные. Что произошло во время операции? Во время операции, я потом узнала, что во время операции вместо флакона с антистерильной водой брюшная полость была промыта по-маленькому. А вот как этот флакон оказался? Как он с чистой водой? Это мне неинтересно. Скажите, ваши действия после того, как вам стало известно о случившемся? Какие меры были приняты? Что? Мы сразу организовали проверку. В этом отделении этой операционной по хранению препаратов проверены были все шкафы, но несоответствий обнаружено не было. Скажите, проверка проводилась по тому факту, вот, кто должен был отвечать вот за хранение этих медикаментов, каким образом проводилась перед операцией проверка шкафов?